Давайте прервемся. А сколько вообще штраф-то? Да не буду я штраф. Не, я просто говорю, что это. А, если штраф. Курс будет. Да. Штраф от 3 до 4,5. Ага. Ну, с прошлого года мы вроде так доклевали руководство прокурорскому отвару. Потому что, ну, это смешно. Потому что человек на новой машине приезжает, но все не капает ничего. Он, в принципе, эрозия берега. Какая эрозия берега? Он же стоит не впритык. Я не понимаю. Какая эрозия берега? О чем вы говорите? Я смысла не понимаю этого закона вообще. Вот уболтали, что первый раз 4.1 используем предупреждение. На второй штраф, да? Ну, если в течение года второй раз подаешь сюда, можно штраф прилепить. Понятно. Вот. А первый раз вот добились. Всех предупреждаем. Как с ней было бы счастье, да несчастье помогло. Боевые действия смягчили. Если этот пресс административный. Вот на той неделе были, щучку ловили тут. Ловили щучку? Да, ну такая, килошная. Пока. Сейчас к осени, может, проклюнется. Туда, похолодание. Килошных мы выпускаем. Не, ну когда ты знаешь, что может попасться и на 10, и на 12. Не, ну осенью-то соответственно. На 10, и на 12, мы... нахрена она нужна эта? Осенью мы не берем таких сейчас килошных. Сейчас же это... Сейчас просто по норме вылова ввели. По норме вылова 5 килограмм. Ну да, либо трофейный экземпляр. Угу. Вот. А трофейный может ну, любой, в любого веса поймать. Ну вот на Волге рыбачили, ну что, на 3. Выпускай. Да вы чё, выпускай. Вот на 3 я выпустил. На 7,5 забрал. Так, чего там, водительская? Доводится. Тут я понял, все не соблюдают эти, да, он машину. И как правило. Дистанция. От чего этот метраж зависит? 50, 100, 200? Протяженность водоема. А-а-а. Это вот на реке. Тут протяженность от 10 до 50. Значит, 100-метровая зона. Ну, за 100-метровую зону мы даже не подходим. А-а-а. Ну вот это вот. Прибрежная защитная полоса 50 метров. Ага. Она 100% пешеходная. Ну, понятно. И она у любого водоема есть, даже у последнего лучика самого маленького. А вот так, если машина стоит, штраф и писывать? Ну, в смысле, без человека? Без человека, то придется штраф выписывать. По расследованию там получается в суд направлять, а судья он, как правило. Ну, чисто по нашим машинам работает. Написала, что о наличии водоохранных зон данного водоема вы просто были не в курсе. Вот что-то внизу с моих слов. Записано верно. Она прочитана. А сколько? Какой штат? Штат какой у вас? Вот по этому кусту мы обслуживаем бассейн реки Дон. Угу. А так вообще шестеро у нас всего есть. А, шестеро. Конечно, мало. Тихо, скратичи собирались. Ну сейчас другая беда. Сейчас вон этих рыбоводных участков наделали. А чё-то? Кучу. Ну, арендуют водоемы под рыбоводные участки. Ага. Вот, я вас предупредил. Ага. И куда ехать? Ну, надо расшифровка. Все, рыбачьте. Ага. Больше вряд ли кто приедет. Я остался здесь один. Второй раз за год попадаться нельзя. Ну, понял, да.